эта скотина настолько крута, что это просто невозможно объяснить. Mm. Так, ну что берем? Я платформу с краном беру. И прицеп распуск. Тогда я просто прицеп распуск, а ты, если что, ты мне погрузишь. Я твои бревна не вижу. Ладно. Платформа с краном, прицеп распуск, колеса. И опоры с охраны. Так, а давай сначала сделаем, знаешь что, проверим, а не вышибает ли у меня карту? Проверь. Нет, не вышибаю, все отлично. Так, заправка у нас слева, лесополос справа. Слушай, а вроде как все нормально. Давай вперед. Да. Ну давай вперед. Пропускаю тебя. Что значит? Что значит вперед? Не завидую этим людям, которые клали вот так асфальт. Мне интересно, как они сюда впихивали этого каток. Не, ну каток можно привезти этот, на грузовике. Нет, как его в горку впихивали. Так, чтобы асфальт не съехал. Под весом катка. Да. Да что ж ты не разгоняешься-то, дрянь. Какая? Которую мы там проехали, не заметил? Не. Над нами ель нависала, падающая. Последний единственный... Это русские дороги. Ты нихуя не русские дороги. Да ладно. У нас нет асфальта в таких местах. Если бы русские дороги, мы через 20 метров после гаража уже бы сели. Поедем? Ну, лично я больше вообще никуда не поеду. Я сваливаю. Куда? Нахрен с этой чащи. Че, тебя подтянуть? Ну что, мы на заправку не поедем? Да, мы. Я думаю, стоило бы. Может, время узнать, что это? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Наскоком, наскоком. А где заправка? Сзади. А, то есть он туда, вот по тому сломанному мосту? Ну да. Я не знаю, что даже лучше, по мосту или по воде нырнуть. Я рискнул пока по мосту. Потому что вроде бы он не так уж совсем и плох. Mm-hmm. Нет, он очень даже отличный. У меня просто была мысль, что он может просто перевернуть. Типа такая подстава. Нет, хорош такие подставы, мне вчера хватило. Ой-ё. Так. Да, поэтому я сразу ушел влево. Чтоб просто хотя бы не перевернуться. Что там такое-то? Да? Булыжник, что ли? Упор. Да,
То ли булыжник, то ли блин этот. Мне кажется, просто днищем засел на этом бугре. Нет, там камень какой-то. А, днищем засел. Учитывая, что бугор меня остановил, блин. Проехал, что ли? Да, проехал, проехал. Угу. Ну вот отсюда, я думаю, мы на мост уже не попадем. Ну, отсюда, наверное, по воде. Да не нарвёшься. Лёх, аккуратно, я сзади. Не, я почти на него заехал. Чуть-чуть бы подтянуться, и было вообще отлично. Да, ныряй по воде, там твёрдо хорошо. Правда, я на повышенном слёте летал. Да если что, кричи. Что было за крик? Камикадзе. Чать. Если что, а у меня было что? Так, куда он туда? Так, ну по идее нам правее надо как-то. Мимо заправки надо спавало. И направо. Не понял. Насколько я вижу, это единственная дорога, ведущая направо. Блин, я просто думал, здесь перекресток, но что-то не прогрузилось, ничего. А еще пару гутанга. Абсолютно. А, это будет Уин, просто. Можно там выезжать. Я его пошутил насчет родственников и то, что вам виднее, но не буду. Так, ты надеюсь, за мной ты не едешь? А ты где? Я направо ушел сразу, в горку. Здесь точка. Жду. Вот, а теперь смотрим, куда нам. Так, то, куда я еду, там семиколесник. Но чисто теоретически нам сюда не надо. Нам вот на следующем направо. Но я, пожалуй, на всякий случай, чтобы не было потом открою проблем. Семиколесник. Да, я поеду его открою. Я пока поеду следующее направо. Судя по дороге, по которой еду я, здесь как раз восьмиколесник по ней сюда и заехал. Ты пипец. Ты главный газ, стой. Так, водная преграда. Бревна. Интересно, куча таких проездов, объездов, а зачем они? Или для УАЗика, блин. Здесь, скорее всего, рассчитывалось, что если мы поедем, я в одну сторону, ты в другую сторону, мы по одной дороге не пройдем. В смысле, по одной не пройдем? Но если я еду в одну сторону, а ты мне навстречу, мы не разъедемся вот по такой дороге, как у меня сейчас, к примеру. А, ну такой, да. Мы не разъедемся, поэтому сделаем две разъедемся. Дороги. Блин, этот придурок играет в эту игру прикольно. Я так не могу. Какой игру?
Bloodline. Нам пора запуска рейд. Как он играет, прикольно. Да вообще шикарно, блин, ходит, всех мочит, блин, что-то стреляет, блин, машет. Что-то фаталити делает. У меня что-то сейчас нифига так не получается. Да ладно, там раскачиваешься правильно, все это началось. Тем более, короче, там надо еще взять правильную эту фракцию. Ну, с этим я вообще как не разобрался, я в болты сидел. Короче, смысл в чем? Ну, восьмиколюсь практически полностью убитый, и бензина там на 5 метров. Ну, толку мало. Обычно сглупили сразу, как туда брали, потому что сразу отремонтировали на колесах, чем найти его, ремонтировать. Или хоть что-нибудь, что можно ремонтировать, что-нибудь принести на вообще помощь. Ну, у нас еще есть УАЗик. Крышечка. Жалко, что у тебя не чекушечка. Я бы сам не отказался. Я бы с этим мостом не вернулся. Я понятия не имею, куда я еду, но я не могу остановиться. Я постоянно в пол колеса в грязи торчу. Зачем? Красиво. Жду на мосту. Я даже не знаю, где я. Тебе направо на поворот. Правильно, правильно. Окей. Ой. Че, ой. Переворачиваюсь? Ой, да ладно, что сделать. Ай, блин, носит, носит, носит. Ты, главное, на полном ходу не вылетай на мост. А ты чуть на нем и не остался. Дальше нормальный мост. Просто меня слегка мотать начало. А. Так, я направо, там точку разведки. Мне на заправку надо. Ну, по идее, заправка где-то возле точки разведки. У меня осталось 87 литров. Далеко я с этим не уеду. Ну, мужик, давай жди, я сейчас до точки доеду и посмотрим. Сколько ждать тебе на проект, сейчас куда-нибудь подъедешь на ночь? Нет, я вообще думал, как бы за тобой поехать. За мной? Да. Уговорил, жду. Да, я поеду. Да, ты поедешь за мной. Что такое? Нет. Я слегка удручен данными обстоятельствами, что придется ехать за тобой в эту задницу. А я думал, что случилось, перевернулся или все. На асфальте, стой на месте. Я не удивлюсь. Так, мы на заправке.
сколько тебе раз говорить, с утра не заливайся, а? Я не с утра, я в обед. А в обед, наверное, не полезно. Да. Заправился, еду дальше. Ну, конечно, ты уверен, что это единственная дорога сюда? По идее нет, но там точка разведки. Так. Резко включаем мозги. Делаем все по-другому. Спасибо, я уже заехал. Ну, совет сюда не заезжать. Здесь один такой. А, нет, два выезда. Еще один выезд. И направо справа сейчас. Что, пролезешь? Ну, я к деревьям поближе. Да нет, зачем же так бензин-то убивать? Да, там нормально, 25 минут. Так, в этой грязи на повышенный неплохо переключается. Это же неплохо, а просто аккуратно. Да ёп! Не видишь, стою, что ли? Да я думал, ты дальше будешь стоять. Ну ты бы сказал, что слева объезжаешь, блин. Нет, он молча, блин. Блин, откуда я зал? Зеркал-то у нас нет. Куда? Направо, налево, налево, направо, направо, налево. Направо, направо, после этого. Да, это было красиво. И криво. Я на повышенный здесь разворачивался. Я на повышенный сюда заехал. Разрешаю сегодня вечером купить бутылку пива. Давай, двигай, жопа.
остановил куда-нибудь? Нет. Ты сказал, двигай.